Всем привет, друзья! С вами Фанатик, это игра Phoenix Point, и мы продолжаем прохождение. Икс, значит, на той Мантикоре у нас отдыхают, которая дар. А вот это новенькое мне нужно изучить вот здесь чего-нибудь. База Ерехона, да? Хорошо, давай вот здесь посмотрим. Развитие бионики. Нейронное разрушение. Дезориентирует цель на один ход. Очки воли использовать невозможно. Прикольно. Скрытность минус 5, но повышает точность. Причем знатно точность повышает. Брони маловато, правда. Пропеллеры. Прыжок реактивный. Круто. Но это не тяж, это чисто такой штурмовик получается. С реактивными ногами. И пауэрлифтер. Доступный вес для переноски удваивается без ограничений в перемещениях. Ну, тоже неплохо, в принципе. Интересные. Такие прям... Религия мне сейчас нужна. В первую очередь яйцо тоже. Сначала изучаю религию, потом яйцо, потому что нужны мне ресурсы. Ресурсы. Состав, смотрим, что у нас здесь. Аспида не чинится. О, здесь уже 29 выносливости. Скоро можно будет вылетать, купить вот здесь ресурсов, посмотреть, что здесь. Мне, кстати... Ремонтируется спутниковый комплекс, что очень хорошо. Можно будет понять, что там вообще происходит. Так, здесь еще одна база Ерехона. Угу. Так. Значит, заполучите броненосца. Здесь продолжение экспериментов. Здесь я могу что-нибудь найти и получить ресурсы. Поэтому давай сюда перемещение. Разведываем. Разведка. Разведсводка по Пандоранам. Посмотрим. Артрон Тиран. И чё? Органический пулемет. Плюющаяся голова. Щит. Хрена себе. Пулемет и еще и щит. Пулемет же двуручный. Как он? Одной рукой пулемет-то держит. Способность ответный огонь у него появляется. Блин, это жестко. Ответный огонь. Это вообще погано. Тритон киллер. Ты что, снайпер что ли? Реально снайпер. Регенерация, создавать туман и двойное восприятие. Он прячется в тумане, лечится, еще и снайп. Блин, это жесткий, конечно. Технология у них какими-то семимильными шагами развивается. Контроль разума, иммунитет. Призыв о помощи. Облако перца. Сокращает точность. Восстановление брони. Распыление скверны. Перепрыгнуть. Заражение от контакта. Адаптивная установка. Блин, что за жесть? Как я с такими должен сражаться? Если они мне попадутся, явно трындец будет. Так, я получаю ресурсы, получаю пищу. Религия изучена. Это радует. Продолжаем исследовать здесь. Наши оперативники обнаружили заброшенный лагерь, который принадлежал местной полувоенной организации. Последние дни Третьей мировой войны здесь прошли казни, множество социальных нежелательных лиц. Похоже, это место недолго служило убежищем. Двери главного здания сорваны с петель, а коридоры закалены скелетами. Обыскать место. О-о-о! 365 материалов, технологии 65 и провианта 90. А неплохо. А неплохо совсем. Вторая команда у нас выносливость восстановила. Аспида, конечно,
не починилась, потому что здесь нету, да? Ангар до сих пор не восстановился. Но в любом случае... Тихо, тихо, тихо. Сюда перемещение. Здесь у нас... Антикора 3. Давай сюда. Перемещение. Яйцо червя. Хорошо. Еще больше пищи. Будем кормить всех. Торговать. За пищу. За 4 пищи 5 этих. 125. Торгуем. Так. Здесь у нас только пища. Здесь можно активировать Феникс Омега. Феникс Омега. Блин, нигде ресурсов больше нету. Прямо. Куда бы мне отправиться? Тут столько точек интересных. Прям. Ладно, давай лети сюда. Эти тоже полетели. Да. Оп. Разведка. Оп, добрались. Здесь, значит, торговать. Меняю. На ресурсы. Уже косарик. Вот это уже интересно. Здесь информация о базе. Ангар скоро будет. Генератор есть, склады есть, жилые помещения, медпункты, лифты. Еще, наверное, было бы неплохо построить спутниковый комплекс. Чтобы мгновенно обнаруживать колонии пандаренов. Здесь, конечно, комплекс есть, он частично перекрывает. Но вот здесь было бы неплохо. Поэтому давайте я все-таки построю спутниковый комплекс. 250 ресурсов на это дело потрачу. Так. Здесь у нас что? Завод отремонтировать. Давайте. 245 отремонтировать. 245. А сколько ж новый завод стоит? Подожди. 350. Идите колотить. Не, я пока не готов. Завод мне не шибко нужен. Я пока не готов к такому совсем. Вот здесь тоже можно ресурсы выменять. И вот здесь можно ресурсы выменять. И вот здесь... сколько ресурсов я могу намутить на самом-то деле. Прям интересно. Куда бы мне отправиться в таком случае? Получается вот сюда перемещение. Кирка древних. Оружие ближнего боя. Тра-та-та-та-та. Оглушение 4 сотни. Урон 220. 220. Мощно так-то 220. Я его могу производить, да. А это что такое? 50. 50 каких-то непонятных ресурсов, которых у меня нет. Но штука мощная. А где? А, я не изучил еще, получается. Здесь урон всего лишь сотка. Ну, понятно, это хрень полнейшая. Это полнейшая ерундовина. Так. Так, 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 так. Где мой дирижабель? Тот исследует, этот летит. Все, поехали. Оп. Здесь разведываем. Класс вопиющего в пустыне. Местность разведки. Наши оперативники обнаружили заброшенный объект, принадлежавший проекту Феникс. Невзрачная на вид лачуга в действительности представляет собой хорошо укрепленный подземный бункер, построенный в 1940-х годах. Здесь хранилась большая часть архивных материалов, а также диковинки, сохраненные Рэндольфом Саймсом, первым эксцентричным администратором. Открыть бункер. Опа, провиант. Исследования, технологии, материалы. Четко. В таком случае активировать базу. Стоимость активации 660. Ладно, пофиг, активируем. Нам удалось активировать заброшенную базу, и она изрядно так
Есть исследовательская лаборатория, уже готовая к использованию. Надо сразу ремонтировать электрогенератор. Лифт есть, ангар сколько? Ангар тоже ремонтирую, 70 всего лишь. Не проблема, ангар надо отремонтировать обязательно. Ну и жилые помещения, видимо, придется тоже сходу ремонтировать. Ресурсы все потратил на активацию базы. Но база мне явно пригодится. Здесь еще нужно будет локатор обязательно построить. Или он есть, подожди. Нет, локатора нет, нужно будет его построить обязательно. Сейчас ресурсы какие-нибудь выменяем. Как у нас тут разведка идет? Хорошо. Хорошо, здесь я ничего полезного для себя не выменяю. Вот здесь можно, в принципе, махнуться, а потом разведать вот эти вот все штуки. Было бы неплохо. Что это такое? А, типа там... Надо все чинить. Генераторы, лифты, база в нерабочем состоянии получается. Ничего страшного, займемся мы этим перемещением. Пандорены завершают свой полет. В память об Аксаке. Восстановление данных. Благодаря передовым технологиям проекта Феникс можно будет восстановить ценные данные, сбор которых оказался для многих ученых трагическим. Ввиду плачевного состояния, в которое пришло научное оборудование, восстановление данных повлечет за собой большие затраты и усилия. 30 технологий можно потратить. Попросить другие убежища Синдериона. Минус 20 технологии. Можно самому восстановить. Попросить новый Ерихон о помощи. Давай другие убежища Синдериона попросим. Отношения лидера плюс 15. Отношения Синдерион плюс 3. Исследование плюс 125. Так, о! Продолжение сотрудничества, значит, класс разведчик, новый класс разведчик. Хотя некоторые, так, поддерживают радикальный пацифизм. В целом, он... Ко всем технологиям разведчика есть доступ. Здесь нейротоксин, который позволит нам парализовать цели, не убивая их. Хорошо. Лазерное оружие и разумный ИИ. Исследования в области искусственного интеллекта были предметом спора в ранние дни Синдериона. И что он мне даст? Непонятно. Будем изучать. Давайте. Исследование ИИ. Это мне пригодится. Оружие лазерное, кстати, тоже нужно. Чтобы патроны для снайпера заполучить. Разумный ИИ, вот это в первую очередь. Потом лазерное оружие, дальше. И разведчик следом. Снаряжение последователей. А ну, не очень мне это интересно. И сколько по времени? Один день, лазерное оружие 5 часов. А разведчик один день, один час. Даже когда у меня 6 лабораторий, блин, все равно долго. Ну, хорошо, так. Давайте поторгуем. Значит, мне нужны ресурсы. Оп. Получаю немножечко ресурсов. Этот все еще не разведал. Куда мне? Давай сюда перемещение. Что-то где-то завершилось. Ага, я тут нашел базу Ерихона. Так, летим дальше. Это добрался, разведка. Разведка. Пандораны начали какой-то полет. Самолет. Наши оперативники высадились на окраине города, который был заброшен и обчищен давным-давно. Ближайшее здание напоминает крематорий. Кладовка заполнена телами, будто люди приносили мертвецов и просто их там оставляли. А розовые пышные цветы, покачиваясь без ветра, растут прямо из мумифицированных тел. Обыскать крематорий.
Получаю материалы, получаю провиант. И все солдаты Феникса потеряли 10 выносливости. Тошнит оперативников почти. Просто профукали выносливость на этом. И сколько же у меня в таком случае осталось бойцов выносливости? Еще 30-ка. Ну, в принципе, еще нормально. Никаких проблем. Или какие бойцы выносливость потеряли? Вот эти? Ну, тоже нормально. Еще на пару миссий хватит. Так. Здесь я ничего интересного не получу. У меня теперь есть ресурсы. Я могу построить. Вот здесь вот. Спутниковый комплекс. Очень полезная штука. 3 дня будет строиться. Начинаем. Эту еще нужно будет базу активировать. И там спутниковый комплекс. Это что? А, спутниковый комплекс. Он какой-то... Вот это и весь радиус. Вот такой маленький. Блин, хрень какая-то. Ладно. И давай перемещайся сюда. Местность с ресурсами. Возьмите столько предметов, так, сколько сможете. И эвакуируйте. Нет, подожди. Не надо этого делать. Погоди ты, не спеши. Здесь у меня аспид поломанный. Снайпер без патронов. У меня есть винтовка VR, а патроны на винтовку VR тоже, в принципе, есть. Давай тебе винтовку VR дам. На пистолете еще пару выстрелов есть. Вот так можно будет отправиться. Да? На лазерную винтовку у меня нет патронов. В принципе, достаточно будет столько залпов. Амар. У патронов в доставке. Все хорошо. Ну и выносливости у них тоже хватает. А вот теперь можно и отправиться на миссию. Погнали. Отправляемся на миссию. Нужно захапать ресурсов, да побольше. Прям вот много. Какие-нибудь оружие, патроны. Все вынести по максимуму. Давайте сейчас посмотрим. Что нам тут по ящикам разложили. Хочу какие-нибудь ценные ресурсы. Прям такие хорошие ценные ресурсы. В аспиду можно загрузить по факту 2 ящика. Ну. Даже не 2 ящика именно. Из 2 ящиков, наверное, 6 прям сундуков и нормально будет. Будет прямо таки четко. Так, смотрим. О, сразу вижу 1 ящик, 2-й ящик эвакуация. Он прям такой маленький. Серьезно? Прям халява получается. Ни хрена себе. То есть вот здесь ящик, здесь 3. И сразу на выход. А, вот еще один. Ладно, вот этот. Не такой простой. Ладно, хорошо. Эту ерунду можно даже и не трогать. Не тратить на нее патроны. Так, кто у нас? Амар. Значит, ты. Вылетаешь. Вжух. Погнал. Замечен враг. Да и хрен бы на тебя. Ну, замечен и замечен. Бегай. Убить он меня все равно не убьет. Этого я даже трогать не буду. Здесь можно будет 1 ящик, 2-й ящик, 3-й ящик. В принципе, собрать аспида.
Аспида, блин, она наверх никак. Там тоже Амар нужен какой-нибудь. Ну, либо снайпера, видимо, у тебя. Видимо, тебя мы отправляем. Что увидит? Интересно, давай бегом. А где тут подняться-то? Лестница аж с этой стороны. И тут вылазит целая куча врагов. Это проблема. Это проблема. Так, значит, аспидой. Я бы, конечно, лучше аспидой поехал и собрал там. Было бы лучше всего. Видимо, придется. Потому что, ну, у меня особого... нет выбора. Жахнуть я ее не смогу. Что же мне делать? Как же мне быть? Ладно, давай сюда. Сначала по ящикам пошурудим немножко. Немножко пошурудим по ящикам. У меня еще одно очко действия есть. Здесь два ящика с ресурсами. То, что надо. Аптечка. Какая-то фигня. Здесь на пистолет. Это вирусная винтовка. Арбалеты Синдериона. Магазин для... ладно, давай вот это. Это... ручины для арбалетов. Не знаю. Пока что не видел никаких арбалетов. Поэтому пофиг. И вот сюда тоже на аспиде нужно будет выдвигаться. Можно сразу вот так. Вжух. Значит, снайпер. Снайпер, 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 снайпер. Залезть сразу же на крышу, чтобы убивать вражин. Наверное, лучший выбор. Или не на крышу, а вот сюда вот. Поэтому давай бегом сюда. Сразу ящик полутать. И сразу же, соответственно, ресурсы собрать. Ну все. Посмотрим. Это туман распространяет. Понятное дело, пусть распространяет. Пофиг на него вообще. Ага. Юпресете. Снайпер в тумане. Это проблема. Вот это проблема реальная. Промыватель еще. Вторая проблема. Походу я туда не пойду, за этим ящиком. Если эта зараза до меня добежит, перемещение 16, это будет эпик фейл. Ну ладно, попробую я все-таки вот сюда стать. Вдруг выйдет. Ящики. Целых три ящика здесь. Охренеть. Для иконоборца. Для арбалета. Загружаемся под завязку. Че он? Все очки действия потратил? Да, все очки действия потратил. Ты не смей добегать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ну, напрыгнуть не должен. Если оно так рассчитывается, напрыгнуть не должен. Давай ты сюда. Вжух. Посмотрим. Так. Какой-то синий ящик фиолетовый. Активные мутагены. Пулемет ураган. Еще магазин для циклопа и для феникса. А. Ну, менять я не буду. Мне и так нормально. Пителя. Давай лучше вот так все-таки. Для циклопа магазин.
Как-то так. Ну и сразу прячусь. Оп. За здание. То там снайпер. Туда-сюда. Здесь давай. Посмотрим. Берите колотить. Тут три ящика целых. Энергопакет для манипуляторов. Магазин для Оса Гауса Нового Ерехона. Давай для манипуляторов. И вот это вот. Это что такое? Для лазерного автомата. Для нейронного пистолета. Блин. Этого у меня оружия пока что нет. Возьму все-таки для лазерного нейронного пистолета Гера. Я не уверен, что это тот пистолет у моего снайпера. А, подожди, вот он. Нет, это лазерный пистолет, а это нейронный пистолет. Тогда нет. Тогда лучше вот это вот. Гаусса. Взять все не могу, к сожалению. Так, что у меня? Одно очко действия получается. За одно очко действия ни хрена я не сделаю. Максимум, что могу, это вот так понаблюдать. С этой стороны вроде бы врагов пока не видать. И хрен их знает. Они могут повылазить в самый неожиданный момент и загрызть моего снайпера. Если что, буду отступать сразу. Давай сюда. Здесь еще двое повыходит точно. Угу. Промыватель. Пистолет. Наблюдение. Давай вот сюда. Вот так. Все. Не попал. Фух. Повезло. Чисто повезло. Носец несется, блин, здоровье у него, конечно, 310, 310, промыватель, так, но этот не добежит, этот явно не добежит, все хорошо, на следующий ход может добежать, я не знаю, лазит он по лестницам или нет. Так, я же забрал, правильно, все, на прошлый ход, сейчас посмотрим инвентарь, ну да, все забрал, получается... Эвакуация. Эвакуация. Блин. Серьезно, не долетаю. Чуть-чуть буквально. Ну тогда давай сюда. Жух. На крышу лучше. И спрятаться. Нормалек. Здесь. Здесь, значит. Поднимаюсь. Я все-таки надеюсь, что оно не прыгает. Если оно прыгает, это будет серьезно такая проблемка. Это что такое? Набор для ДП-1 Анархи. Пистолетный набор для дрон-паука Синдериона. Что-то такое интересное. Для VR патроны, для VR, для VR. Гранаты. Давай гранаты, давай вот это что? Для лазерного пистолета Синдериона это мне нужно. Для ручницы последователей Анну. Нет, давай лучше для VR патроны возьмем. Все. Ну и теперь текаем просто. Беру и отступаю. Эвакуация. На выход. Оп. Здесь я все, что мог взять, все забрал. Соответственно, уходим. Эвакуация. Отступаем. Здесь тоже эвакуация. Уходим. У этого сейчас будут грызть со всех сторон. Еще кто-то вылез. Какой-то брут.
Ну, считаю, получилось очень даже неплохо. Вынесли нормально ресурсов, киллер. Чё и попал. Ух ты, киллер. Это что, прыгает? Нет? Прыгает, реально прыгает. Ни хрена себе. Альфа очень опасный, оказывается. Тяжика чуть не развалил. 80 хп кое-как осталось. Так, все, уходим. Уходим отсюда. Придется его хилить. Ну, главное, ресурсы утащили. Боезапасы утащили. Снайпер прокачался. Хорошо. Хорошо. Сколько я утащил ресурсов? Сейчас посмотрим. Я там прилично ящиков унес. В принципе, все, что на карте было, я загрузил и утащил с собой. Бойца, конечно, потрепало одного. Но зато я теперь смогу винтовку зарядить. Смогу лазерный пистолет зарядить. Тут хорошо. Еще куча всего. Аптечки. Для пистолета «Железная ярость», для искупителя, для циклопов, для ураганов. И сам ураган. 100, получается, мутагенов, 600 ресурсов и 400. Ух ты, ни хрена. Мощно. Реально мощно. Магазин для иконоборца. Так. Ну а теперь надо здесь еще поторговать. У нас как дела у вас вообще? Лечу, да? Лечу. Хорошо. Давай, ты сюда лети. Перемещение. Добрался. Здесь разведка. Сбор мутагена. Мутаген можно собирать из пойманных пандаранов, помещенных в изоляционный комплекс. Мы обнаружили, что некоторые образцы тканей сохраняют способность мутировать. Я понял. Последователи верят, что люди должны развиваться и мутировать. Но разве вы не видите такой философии глубокой ненависти к людям? Можно ли обвинять человечество в том, в чем виноваты инопланетные агрессоры? Инопланетные? Они все-таки инопланетные. Чем мы лучше предателей, верящих в светлое будущее под крылом захватчиков? Можно агрессивно ему ответить, мы делаем все, чтобы продолжать жить. Признание биологических недостатков в человеке не мизантропия. Я даже такого слова не знаю, что такое мизантропия. Ну, давайте вот это. Минус 6 Иерихоном, плюс 4 с Ану. Я несу сообщение безмолвного ей. Ладно. Принести жертву. Да пошел ты нафиг, какая жертва? Свободен. Буду я еще жертву раздавать. У меня и так ресурсов нет. Так, здесь. Мне нужны вот эти ресурсы. Торговать, забираем. 7 сотен. Ну и лечу вот здесь, посмотрим. Разведать. Бегемот разрушил убежище. В смысле? Бегемот! Почему не было сообщения, что бегемот атакует убежище? Просто взял и разрушил. Чё, блин. Ересь какая-то, ладно. То, что сначала показалось бункером, в котором могли прятаться выжившие, оказалось архивом. Перед апокалипсисом кто-то сохранил там огромную коллекцию игр для... канувшей в лету операционной системы DOS.
Известие о находке вызывает необычную волну ностальгии. С кем не поделиться? Можно поделиться, в принципе, с Ерихоном, чтобы они со мной начали плюс-минус дружить. Давайте с ними поделюсь. Ну, такое. Не самая такая лучшая находка, конечно, для выживания человечества. 85% населения и все, и трындец. Бегемот летает, зараза, и крошит. Просто крошит. Даже не пишут, что атаковано, просто минус и все. Разрушенное убежище. Непонятно. Восстанавливать, наверное, все-таки нельзя их. Давай сюда. Центры построены в убежище Ану, Ерихоне. В другом Ерихоне здесь разведать. Подожди, а что со вторым-то? Ты чего здесь сидишь? Давай двигайся тоже. Технология мутаций. Значит, невосприимчивость к оглушению, ноги топотуны и регенерация. Ну, понятно. Не очень мне эти технологии нравятся. Нейротоксичного оружия. Это тоже давайте изучу. Берсерк мне не очень интересен как класс. Так. Ага, лазерный пистолет. Еще один пистолет и разумный ИИ. Давайте с ИИ начну. А потом лазерное оружие. Так вот. Значит, с... Что такое? А, ты летел. Давай, разведка. Маяк. Воздушное судно «Дар» пролетало над мигающим маяком. После посадки наши оперативники подошли к источнику сигнала. Это был старый прожектор. Все, что осталось от некого подобия лагеря посреди пустыря. Всюду валялись почерневшие кости и тела. Произошло это уже много лет назад, но битва наверняка была адской. Обыскать местность. Провиант и немножко материалов я получаю. Маловато, конечно, будет. Это прям несерьезно. Завод все-таки нужно будет рано или поздно восстановить, наверное. Я ничего не произвожу такого. Лучше на другой базе функционал восстановить. Здесь у нас ремонт ведется. Все, подожди. А строится ли у меня спутниковый? Да, спутниковый комплекс строится. Здесь у нас что? Ремонт ангар, вот это надо. Ремонт генератора, вот это надо. Жилые помещения, завод ремонтировать я, пожалуй, не буду. И запускаю спутниковый комплекс тоже здесь. Это нужно, обязательно. Так. Что такое? Информация. Здесь у нас лаборатория. Две. Центры подготовки, жилые помещения, медпункты, спутниковые комплексы, склады, жилые помещения, еще одни. А, я так тут вообще ничего не могу построить, кроме вот этого, да? Одно. Археологическая лаборатория, лаборатория мутаций, лаборатория кибернетики, изолятор. Ну, я бы все-таки кибернетику построил. Давайте. Лаборатория кибернетики. Начинаю строительство. Хочу на это дело посмотреть. Обязательно. Вылетаю. Я сказал, вылетаю. Что такое? Почему? Не вылетает. Ну-ка, очинись. Что-то с даром случилось. Не хочет лететь. Дар. Все, приплыли. Топливо кончилось. Что произошло? Вяра.
Есть у меня теперь заряды? Зарядов все еще нет. Есть на нейронные пистолеты. На лазерные пистолеты боезапас пополнился. Вяра есть. Аптечка есть. Все хорошо. Что тут можно прокачать? Уязвимая точка. Быстрое прицеливание. Вот это нужно. Дать обязательно. Безрассудность. Нет. Это что дает? Смертельная метка. Пометьте врага до конца. Попадания будут. Неплохо. Надо будет брать. Десантники. Это хрень полнейшая. Это не нужно. Интересно, максимум или нет? Ладно, вот это прокачиваю. В любом случае. В любом случае прокачиваем. Тут у нас что? Бомбардир. Защитник. Это все неинтересно. Почему самолет не летит-то? А во, починился. Наши оперативники обнаружили заброшенный объект, принадлежавший проекту Феникс. Это оказалась не полноценная база, а всего лишь небольшая лаборатория, в которой проводили срочный анализ образцов. Ее закрыли в 1989 году по приказу Фреда. Хорошо. 500 материалов, технологии, провиант. О, это я понимаю. Вот это нормально. Вот это прям хорошо. Тут обнаружили сколько материалов, провианта. Что происходит? Ты атакуешь? Не понимаю, что происходит. Оно мелькает сообщение и все. Как мне сейчас понять, атакуют или нет? Непонятно, ладно, хрен бы с тобой. Значит, вы на следующую точку погнали. Здесь разведка. Разумный ИИ. Скорость получения очков исследования увеличена на 50%. Хрена себе. Вот это жесть. Вот это круть просто, блин. Разумный ИИ. Жейная. Это у нас что? Лазерная снайперская винтовка. Это тоже нужно изучить. Я мог патроны производить, а то как-то... Лазерка есть, а патронов для нее нету. Это погано. Я мог бы моментально производить патроны и заряжать после этого. Так, тут разведка, там разведка. Ты прибыл, разведка. Давай. Лазерное оружие, значит. Лазерный автомат. Лазерный пистолет. Лазерная снайперская винтовка. То есть все, сразу завершились все исследования, получается, да? Ну да. То... Отдельно одну винтовку я изучал бы, да, а то сразу все. Не, ну круто. Реально круто. Мощное ускорение. Мне нравится. Ну и снаряжение вот этих давайте тоже изучим. Хмырей. У вас разведчик. Нейротоксичное. Я теперь, получается, что могу производить... Лазерную винтовку. И для лазерной винтовки патроны. Магазин для лазерного пистолета Гефест. Для винтовки. Это все мне уже не нужно. Пока что. Так, тут исследуется. Здесь у нас исследуется. Оп. Местность разведки. Враги не обнаружены. Но возможно здесь можно разжиться какими-нибудь ресурсами. Обыскать. Материалы 625, провиант соточка. Хорош. Прямо-таки хорош. Теперь лети сюда. Небесное пламя, новый Ерехон. Внезапный пожар, возникший в убежище нового Ерехона, грозит охватить ненасытным пламенным все
Так, ненасытным пламенем всю учебную базу. Командир Люти уже собрал своих людей, чтобы потушить огонь. Но он разгорелся все сильнее. Прийти на помощь. Так, отношение лидера убежища плюс 8, отношение нового Ерехона плюс 3, исследование плюс 25. Ваши солдаты получили урон 30-ку и 10 выносливости потеряли. Ну, ничего страшного, я переживу этот момент. Так. Хорош. Теперь сюда. Что тут у нас снизу происходит? Летит? Летит. В таком случае разведать. Железная ярость изучена. Магазин для пистолета изучена. Хорошо. Продолжаю разведывать. Отремонтировано. Да тихо ты. Феникс Пойнт Омега. Хорошо. Активирую тогда базу вот эту еще. Приступить. Что тут? Лифт, спутниковый комплекс сразу и жилые помещения готовы. А где? Вот, электрогенератор. Вот это надо чинить обязательно в срочном порядке. Центр подготовки мне не особо нужен. И вот эту штуку тоже надо починить. Здесь у меня раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Ну, полетаем, посмотрим обязательно, что там, что здесь, что вот тут. Мне не нравится, что этот бегемот долбанный уничтожает все, что видит. Вот что он здесь завис? Он атакует его, не атакует. Что происходит? Как не понять? Взрываться, спасать или там все хорошо, все нормально здесь. И торговля. Ресурсы, меняю пищу на ресурсы. Поторговать, все. И теперь еще вот это надо разведать. И вот здесь поторговать тоже. Перемещение. Бегемот разрушил убежище. Но реально летает, ломает. Если он над ним завис, значит сломает, да? Но до этого он зависал и не ломал. Все нормально было. Никаких проблем. А теперь, блин, серьезные проблемы какие-то возникают. Блин. Это, конечно, жестко. Два убежища профукал уже. Эти со мной торговать не хотят, засранцы. Что здесь? Это моя база, где ведется ремонт. Хорошо. Ну и теперь продолжение экспериментов надо будет отправляться. У меня... Что тут по выносливости? На третьем антикоре еще на одну миссию выносливости хватит. Скоро надо будет лечиться, восстанавливаться. София прокачивается, Кристиан прокачивается. Ладненько, друзья. На этом пока что остановимся. Всем спасибо за просмотр, лайкосы и комментарии. Счастья, здоровья, удачи. И до новых скорых встреч. Пока-пока.